Когда Серафим Скрябин встает на ролики, фору он может дать любому профессионалу. На мастер-классы к нему выстраиваются очереди. 3 года упорных тренировок и теперь делится навыками со сверстниками. Ну, я много тренировался, если честно, и долго тренировался. По-моему, с 5 лет начинал. Первое падение, это когда я первый заворот сделал, и я шлепнулся на спину. В парке Гагарина в этом году открыли пункт проката спортивного инвентаря. Здесь каждый может взять на прокат ролики или велосипед. Посетителей в парке заметно прибавилось и не только в выходные дни. Нам нужно было приобрести спортивный инвентарь, нам нужно было определить маломальски адекватную зону катания, которая исключает возможности травматизма, особенно у детей. Во время летних каникул в парках Самары смогут отдохнуть около 2000 ребят из приемных семей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них все развлечения бесплатно. В центрах «Семья» во всех районах города такую идею восприняли с энтузиазмом и уже готовят заявки. Дети между собой общаются, то есть сплачивают коллектив. Вот. И дети, которые даже друг друга не знают, они уже знакомятся, здесь появляются новые контакты. Парки города готовы к встрече гостей. Этим летом еще больше детей встанут на ролики или освоят трюки на велосипедах. Главное не забывать о безопасности. Защиту тоже можно взять на прокат. Евгения Белова, Алексей Золотенков. События.